Существует несколько разновидностей протеина. Сывороточный протеин – это наиболее распространенный тип протеина. Он быстро усваивается организмом и предлагает все необходимые аминокислоты. Казеиновый протеин – это протеин, который усваивается медленнее, чем сывороточный протеин. Он позволяет постепенно поставлять организму аминокислоты в течение нескольких часов. Изолят протеина – это очищенный от жиров и углеводов протеин. Он содержит больше белка, чем концентрат, и поглощается намного быстрее. Концентрат протеина – это протеин, который содержит некоторое количество жиров и углеводов, но также является хорошим источником белка. Яичный белок – это протеин, который извлекается из яиц. Он содержит все необходимые аминокислоты и легко усваивается нашим организмом. Выбор типа протеина зависит от индивидуальных потребностей и предпочтений. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч!